Предупреждение. Автор канала очень хитрожопый, поэтому не относитесь к ролику серьезно. Хорошо? Спасибо. Ну что, я полна сил и готова выполнять новые задания от вас. Под прошлым видео вы очень быстро собрали лайки. Я была просто в шоке. А это значит, что в этой части я буду брать даже самое сложное задание. Самое сложное. Ну, и новый челлендж для вас. Раз уж у нас растут ставки, то если вы хотите следующую часть, сможете ли вы собрать под этим видео 25 тысяч лайков? Тогда и только тогда выйдет третья часть. Ну, если вы хотите, конечно. И вот мне на глаза попалось даже не задание, а некое пожелание. Да все ты сможешь. Спасибо, Горохов Никита, за веру в меня. Переходим к самым жестким и хардкорным ASMR заданиям. И первое задание от Гузеева на связи. 10 зефирок в рот. Окей, такие подойдут. Как раз остались с Нового года. Простое задание. Давайте следующее. No Nasault спрашивает. Спорим, ты не сможешь использовать для ASMR другую часть тела, помимо рук и рта? Окей.
сможешь постучать по счетчикам. Это что, какой-то новый триггер? Я пропустила. Осталось два. Сможешь сделать таппинг по огню.
узнаете в следующих выпусках. 77 Шиммер спрашивает: спорим, ты не сможешь скушать огурчик на выбор, или соленый, или обычный, и запить молоком? Хватит издеваться над блогерами. Пожалуйста, хватит. 100 000 лайков. И погнали. Дальше. Zero Leaves спрашивает: спорим, ты не сможешь сделать ASMR с магнитиками? Знаете, сколько у меня дома магнитиков? Zero. Прямо как твой никнейм. Я не люблю магнитики. Совсем. Связаны. Да, абсолютно все. Давайте дальше. Виина 8778 спрашивает: спорим, ты не сможешь сделать ASMR со своей бижутерией? Я, кстати, не ношу бижутерию, потому что у меня на нее аллергия. Даже если я поношу ее для видео пару часиков, потом я об этом очень сильно пожалею, поэтому не смогу. Новик спрашивает: спорим, ты не сможешь с помощью киски сделать замурчательный ASMR? Но у меня нет кошек. И сразу несколько заданий про сырое яйцо. Спорим, ты не сможешь выпить яйцо? Вы прям по самому больному. Я даже отварное не смогу съесть. Более того, я даже не переношу запах вареных яиц. В моем доме никто никогда не варит яйца. Ну вот так вот. Если я это сделаю, то оно сразу выйдет обратно.